Сегодня в Ярославле вручали государственные и областные награды. В числе удостоенных медалей, почетных знаков и благодарственных писем 16 человек. Это работники культуры, сферы ЖКХ, преподаватели, чиновники, пожарные и даже коллектив целого завода. Все они получили заслуженные награды из рук главы региона. В нашей стране всегда было много людей талантливых и увлеченных. И именно такие люди присутствуют здесь, сейчас, в этом зале. И вы все и каждый на своем месте добились серьезных вершин в разных сферах деятельности. Среди награжденных – профессор кафедры общей физической химии Технического университета Георгий Кошель. В 1955 году он стал студентом тогда еще и технологического института, да так там и остался. За годы работы на кафедре Кошель подготовил 1000 студентов, более 70 кандидатов и 20 докторов наук. Будучи в должности проректора по науке, приложил много сил для открытия специальности химия. Таковая впервые появилась в 1994 году в Ярославском политехе, первом вузе из технических университетов страны. С химией Георгий Кошель не расстается до сих пор. Все, что нас окружает, химия. Питаемся мы с помощью, так сказать, химических каких-то там ассоциатов. Одеваемся мы с помощью химии, да, но в той или иной форме. Живем, дышим, работаем, все кругом химия. Без нее никуда. Вручение государственных и областных наград – церемония традиционная. Она проходит ежегодно в преддверии Дня России.